الزيارة للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. посещение могил бывает трех видов. زيارة شرعية. Узаконенная шариатом. وزيارة شركية. Посещение, в котором есть ширк. وزيارة بدعية. И то посещение, в котором есть новшество. الزيارة الشرعية. Что касается узаконенного шариата, во-первых. أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة. تذكر الموت. Когда намерением человека при посещении могилы является воспоминание о том свете, о смерти. لا يشد إليها الرحل, يعني لا يسافر لزيارة القبور. Не дозволено выходить в путь с намерением посещения могилы. ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. Когда человек посещает могилы, то его намерением должно быть дуа за себя и за умерших. بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. В соответствии с тем, что пришло от пророка صلى الله عليه وسلم. الآن هنا الحكومة ولله الحمد وضعوا لائحات عليها الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكل اللغات. Правительство этой страны по их приказу здесь установили плакаты, на которых написано дуа, которые надо делать при посещении могил на всех языках. لكن إن نوى أن يدعو أصحاب القبور من دون الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه الزيارة زيارة شركية. Если же намерением человека при посещении могил является обращение к умершим, тогда это посещение будет посещение, в котором есть ширк. وإن نوى أن يدعو أصحاب الله سبحانه وتعالى عند القبور هنا أصبحت زيارة بدعية. Если же намерением человека является обратиться к Всевышнему, но около могил, тогда это является посещение, в котором есть новшество.